до нашої студії завітав інструктор з Кравмага Ігор Конвішер. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Так, ми з вами вже освоїли деякі принципи самооборони. Що будемо саме робити сьогодні? Давайте ми спочатку повторимо прошлое заняття. Тобто саме головне – відпрацювати все чітко, кожен раз повторювати. Да. Прошлый раз ми ізучили, сьогодні ми повторимо. А потім ми ізучимо освобождення ще одного варіанту захвату і ізучимо новий удар ногою. Тобто одягаємось позручніше, можна, я так розумію, займатися взагалі от самообороною, там вчитися в будь-якому одязі. Так, головне, щоб було удобно. Ми, в общем-то, по вулиці. Тобто, якщо ви навіть в піжамці, ви зараз стоїте перед телевізорами і повторюєте за нами. Ну, якщо учесть, що по вулиці ми в піжамі рієте ходимо, да? Ну, все може бути. Може бути, звісно. Так, спомінаємо. Значить, противник бере захват за одежду. Нет. Ні? Ні, дайте руки, пожалуйста. Ага, ми ще спочатку саме. Да. Наносимо удар. Раз. Наносим удар, два, удар сверху, три, спасибо, и разрываем дистанцию, да, чуть не сломали мне шею, и защита от удара, защита, подставили ручку, ударили, раз, ударили, два, дальше, так не бейте, аккуратненько, спасибо, вот примерно так, очень хорошо, да, не забываем о том, что необходимо отойти назад, да, прикрыться руками и проконтролировать окружающее пространство. Помним о том, что нападающих может быть больше, чем мы их видим в настоящий момент. Так, дальше. Значит, мы сегодня будем изучать с вами удар ногой и защиту от еще одного варианта захвата. Эти два действия связаны между собой. Удар ногой называется по-русски это прямой удар ногой. По-английски это называется фронт-кик. Да. Задача этого удара отбросить противника назад. То есть мы выполняем, да, принимая по возможности принимая защитное положение, выносим вперед и вверх колено и наносим удар вперед. Ух ты! Я пока так на минуте буду замахиваться. Не-не-не, мы просто медленно это отрабатываем все. На самом деле достаточно просто. Вперед и поставили ногу. То есть наша задача, да, отлично получается. Наша задача противника отбросить назад. Это как кенгуру. Да, как кенгуру, да. Да, ну кенгуру еще и боксирует, да? Хорошо. Пробуем с вами освобождение захвата теперь, да? Да. Отлично. Значит, смотрите, вы меня берете двумя руками за запястье. Да, вот таким образом. Руки холодные. Я наношу удар в пах. Раз. Помните, выкручиваю руки в сторону больших пальцев. Противник захват отпускает. Я наношу прямые удары ногами. Противник отходит. Руками, извините, я оговорился, да. Прямые удары руками. Противник отходит назад, естественно, получаете удары, да? И мы добиваем его. Уже бьем не одной рукой, а двумя? Да. Еще раз, давайте посмотрим. Захват двумя руками. Наношу удар ногой. Освобождаюсь от захвата. Два удара руками и прямой удар ногой. Сьогодні ми знайомимося з вами з як звільнитися від захватів двома руками. Абсолютно. Продовжимо. Ми вже так основу людям да, показали давайте, нашим телеглядачам. Тепер попробуйте ви. Нападаючий хватає вас двома руками за зап'ястя. Ви носите удар ногой в пах. Аккуратно. А тут це правий чи лівий? Лучше лівий сейчас. Ні, лівий. Ага. Лівий – це другая. Раз. Освобождаєте руки в сторону больших пальців. Да, наносите два удара руками. Раз, два. Я немножко вследствие этих ударов отхожу назад. И вы наносите прямой удар ногой вперед. А, еще и так. Бам, да. И держите руки. И осматривайтесь по сторонам. Да. Пробуем еще раз, да? Итак. Кто кого? Ну, я вас, вы же освобождаетесь. Наносите удар ногой в пах. Раз. Освобождаете руки. Потом руками. Бью. Раз, два. И прямой удар ногой. Так, вот это ваше разъединение. Бам, да. Попробуем теперь нанести удар по снаряду, да? Хорошо. Удар носится уровень. Тобто кожен дома може дати звичайну подушку, так? Подушечку. І в неї бить. Ви прямо поставили на затруднение, що вам сказати. Щоб потом не посипались жалоби, що розорвали всі подушки. Ні, лучше бити спеціальними снарядами в стіну. Ну так, сусіди скажуть спасибо, конечно. Да, давайте ми попробуємо. Ви нанесете прямой удар ногой. Раз. Два. Да. Только не забывайте о том, что когда мы выполняем любой удар ногой, необходимо руки держать в защитном положении. Почему? Потому что в момент, когда я ногой бью, человек может ударить меня навстречу рукой. Я потеряю равновесие и упаду. Ну, одновременно это трудно сделать. Просто необходимо руки удерживать в защитном положении. То есть вот мы руки держим высоко вверху, прикрывая голову, и наносим удар ногой. Чтобы сильно припало, если еще. Чтобы вообще не припало. Давайте еще раз попробуем. Удерживаем руки в защитном положении. И раз. Я отлично. Только не вот и здесь, а перед лицом. Да. И давайте попробовать еще раз, только сильнее. Еще сильнее? Да, конечно. Бам. Вот хорошо.
И теперь все в целом мы делаем. Я беру захват, наносите удар ногой, левой ногой в пах. Раз, освобождаете руки. Раз, бью, два. Бью. И прямой удар ногой. Да. Бам. Отлично у вас получается. Вот, всех маньяков утекаю, побью их всех. Да, они к вам просто уже не подаю, потому что они же тоже смотрят телевизор полтора. Точно. Дивитесь, после, бачите, яка после ночной смены, конечно. Яка я крепка. Это да. Тож, ми дякуємо нашому ранковому гостю. Нагадую, до нашої студії завітав інструктор з Крав Мага Ігор Конвішер.